Книги даже в век информационных технологий не теряют своей актуальности. Потому и библиотеки по-прежнему требуют особого внимания. Так считают ивановские власти. Во вторник мэр города Александр Кузьмичев проинспектировал ход ремонтных работ в Центральной библиотеке имени Якова Горелина. Данная библиотека наша имени Якова Петровича Горелина нуждалась в серьезном ремонте. Вот этот ремонт был завершен, как вы видите. Здесь проведены серьезные фасадные работы. В этом году также выделены средства на выполнение тех предписаний, которые делают надзорные органы по состоянию помещений библиотек. То есть идет системная работа по улучшению и качества обслуживания населения, и пополнения, соответственно, книжных фондов. Результат поддержки городских властей, что называется, налицо. Полностью обновлен фасад здания. Закуплены новые книги и, что немаловажно в современном мире, компьютерное оборудование. В библиотеке работает Wi-Fi. Нынешним состоянием учреждения его сотрудники довольны. Говорят, коллеги из соседних городов такой поддержки не получают. Комплектует нас на протяжении уже, наверное, 7-8 лет очень стабильно. Вот. Мы можем приобретать книги, подписываться на газеты и журналы. Проходит очень много ремонтных работ. Причем в нашей системе, кроме Центральной городской библиотеки, есть еще 14 библиотек-филиалов. В них мы поменяли библиотечную мебель на более современную, проводим ремонты. Не только в этой библиотеке подготовка к будущему учебному году идет полным ходом. Пользуясь летним периодом затишья, все читальные заведения города приводят в надлежащий вид, чтобы осенью встретить толпы читателей во всеоружии. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.